Правление Всероссийского общества слепых отказалось от плана по продаже имущества завода «Белавтодеталь» в Уфе. Предприятие сохранят, все сотрудники-инвалиды завода останутся на своих рабочих местах. Напомню, несколько недель назад стало известно, что здание бывшего завода «Электролуч» собираются реализовать за 80 миллионов рублей из-за его аварийного состояния. Однако доказательств того, что помещение непригодно для дальнейшего использования, не было представлено. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, и ситуацию взяла под личный контроль Генпрокуратура. Было принято решение о развитии этого предприятия. Это решение было принято в связи с обращением заводчан, в связи с той проверкой, которая была неформально, а внимательно проведена членами Центрального управления Всероссийского общества слепых, а также во многом благодаря освещению этой проблемы средствами массовой информации. Ну и также стало известно, что «Белавтодеталь» получит 20 миллионов рублей субсидии на модернизацию производства. Деньги выделят из региональной казны. Об этом сообщил руководитель Минпрома Александр Шильдяев. Ну и, к слову, в 2020 году завод получил 15 миллионов рублей, на которые приобрели новое оборудование.